Day 4. A few moments later. Сейчас буду кушать, завтракать йогуртом. И смотрим, ну, типа, ребята, я уже проснулась, и мы сейчас поедем в город. Вот, да, мне мама сказала сразу же, как я только проснулась, что нужно сейчас ехать в город. Поэтому я вот уже накрасилась. Кстати, то, как выглядит сегодня мой макияж, вы можете посмотреть в видео, которое я уже выложила на свой канал. Мой макияж называется. Смотрите, очень интересное. Я не знаю, что у меня на башке. Что-то непонятное, как можно заметить. О, господи, боже. The bar is a crazy ball. Look up today. Так, вот это смотри, Пойдемте. Вот такие вот у нас вафельки, девочки. Девочки. Где у нас вафельки? Вот там вот мы их купили, девочки. Вот так вот, девочки. Мы покушали в Бургер Кинге, девочки. Детки мои любимые, я решила полепить. У меня тут осталось совсем чуть-чуть глины. Я такая думаю, что ей пропадать? Буду лепить тарелочку еще одну, потому что первые мои тарелочки из глины получились не худышными. Поэтому будем лепить новые, детки мои. Давайте я вас теперь буду называть принцесской. Значит, теперь 500 принцесск. 501, я тоже принцесса. Я сейчас леплю, как я уже сказала, тарелочку. Такую, знаете, с лицом. Я вставлю фотографию, может быть. Блин. Короче, я хочу себе нарастить ресницы. 1D, не угорайте там. Да. Моя сестра работает. Лаш-сенсей. Короче, она ресницы наращивает, делает брови. Работала раньше в салоне, но из-за того, что она теперь по учебе ничего не успевает, она оттуда уволилась. Вот я ее попросила нарастить мне ресницы. Она сейчас наращивает моей тете, а завтра нарастит мне. Вот, я очень рада, я ее целую неделю упрашивала. Просто целую неделю у нее все вот эти вот ее приборы были на работе, поэтому она мне целую неделю обещала. И в итоге нарастит только завтра. Ну ничего. Подождите. Короче, когда долеплю, вернусь. Ребята, я уже долепила, чуть позже покажу. Я начала смотреть сериал «Жена олигарха». Я очень много видео в ТикТоке про этот сериал и решила тоже его посмотреть. В Ютубе только 2 серии, так что сразу же смотрите в Телеграме или же в интернете. Вот. Вот такую вот штучку я слепила. Конечно, они очень ровные, но намного, мне кажется, лучше выглядит, нежели вот это. Да, я ей, кстати, пользуюсь. Я тут резинки ложу, когда ложусь спать. А сейчас я пойду вниз. Для начала мы зайдем к моей сестре, я покажу, как она наращивает ресницы.
малышечка моя. Ты что, на проверку пришла? Чего? Я сейчас буду кушать чипсики, витамин С и сделаю себе масочку. И буду смотреть фильмик. Идеально! Вот так вот делать с Ким. Я сделала масочку. Я сделала давно, просто с ней сидела. Кстати, ролик этот очень классный. И сейчас первые эмоции мы будем смотреть вместе с вами. Я такая смешная, вообще ужас. Как же я люблю эффект после масок. В принципе, знаете, маска крутая. Прям я с ней посидела достаточно долго. И в ней так много этой эссенции. Она еще так круто пахнет кокосом, вы даже не представляете. На этом все. Всех люблю, целую. Всем пока.